Хесус Сантана мертв. С режимом Васкеза покончено. В живых остался последний сторонник генерала, торговец оружием Хосе Констанцо. Бритве 6-4 поручено незаметно проникнуть на территорию врага, добраться до старых руин и ликвидировать Констанцо. Мама 2, это бритва 6-4, я на месте осматриваю сектор. Согласно данным разведки, известный торговец оружием будет в ближайшей гавани. Вам поручено ликвидировать цель. Единственная безопасная позиция для стрельбы – старые руины. Туда нужно пробраться незаметно. Если поднимется тревога, они усилят патрули, а могут вообще свернуть операцию. Цель прибудет поздно вечером на яхте. Его будут ждать несколько броневиков. Так что на выстрел у тебя будет всего пара секунд. Удачи, боец. Все понял, выдвигаюсь. Конец связи. Давай-ка назад на свою позицию! Давай-ка назад на свою позицию!
Será mejor que el otro. Занял позицию. Обозреваю окрестности. Часовые на вышках караулят вход в лагерь. Придется ими заняться отсюда. Жду приказа. Действуй, но будь осторожнее. Нельзя допускать тревоги. Принято, мама 2. Отбой. Чисто. Thank you.
Мама-2, сектор патрулируется вертолетом. Они усиливают патрули перед визитом Констанца. Принято, бритва 6-4. Будь начеку. No, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. ¿Te imaginas? Я занял позицию, жду цели. Принято, бритва 6-4. Будь начеку.
порту приближается яхта. Жду подтверждения наличия цели. Подтверждаю. Цель на борту. Стреляй в любой момент. Повторяю, стреляй в любой момент. Ясно, Мама-2, конец связи. Цель ликвидирована. Покидаю сектор.